Что? Мы приехали на место. Вот сам домик. Там наверху спать, здесь гулять, есть, отдыхать и готовиться к охоте подводной и к рыбалке. А пока мы решили шашлычка перекусить. Мы с собой привезли. Ну вот такие рыбаки, а что поделаешь? Ну кушать-то хочется. Солнышко красиво светит. Заходит. Ушица и жареная картофля еще. С рыбой жареной. А жареной рыбой. Рыбы силы. Да, что потрудились за рыбу, покушали. Не знаю, что удовольствие, это все другого плана. Дедушка у нас тоже передохнул немножко. Сейчас опять на рыбалку, похоже, поедет. Видимо, заставят его. Кошка читает рыбалку. Сегодня они инсредине попробуют половить и поищут еще одну протоку, еще один берег, там как раз рыбы больше всего. На одном мы уже пробовали ловить, ну, ведро мы ловили.